внимание, ма! Это мне понравилось, супер классно бежать со всеми в едином порыве, очень много энергии, огромное количество просто эмоций. Всем советую, здорово. В таком формате мы первый раз бежим, потому что парных забегов не было, а в паркране мы периодически бегаем. Часто бегаем, каждую субботу здесь в парке, обязательно, каждую. Скоро 100 будет, да? Ну да, какой пробег, не знаю, надо в компьютере посмотреть. И от сегодняшнего кайф. Хорошо пробежали, первый круг дался очень легко, ну на втором потяжелее. Да, мы именно на него и пришли, вот получили воду, вот поддержки. Эти прилки, прилки. Надеемся, что-то выиграли, ждем награждения. Здесь представлены работы разных рязанских художников в разных стилях. Там даже представлены изображения города Рязани, разные портреты. А здесь можно порисовать вместе с детьми, можно нарисовать что-нибудь с натуры, можно нарисовать фестиваль и забрать рисунок себе или оставить его на память. Замечательные картины. Мы сходили, посмотрели, вот подруга художница. Очень оценила. Это очень круто для Рязани, это прям вау! Очень рада, что наконец у нас что-то случилось такое зажигательное, яркое, побольше таких фестивалей. Такие последние, наверное, тепленькие вечера, осень близко, или, как говорится, осень soon. Я поздравляю подругу Залиту с твоей удачей. Пусть она тебе вернется. Весело, интересно, есть что посмотреть и послушать. Неправильно. Вот сейчас участвую в конкурсе в лотерее. Конечно, побольше бы таких. Я бы каждый день ходила бы. Пошел слух, что пошли разговоры о том, что, ой, может быть, правда стоит восстанавливать Зеленый театр, классная площадка, что молодежи она интересна. И, быть может, мы станем тем самым шажочком, который поможет парк подтолкнуть к новой жизни. И не просто парк как парк, а парк как место, которое собирает молодежь, интересы. Это будет круто. Все нравится. Очень здорово, очень весело. А почему не танцуете со всеми? Стесняемся. У Центрального парка культуры и отдыха сегодня второй день рождения. Прямо сейчас за моей спиной фестиваль настоящий, веселый и очень молодежный. Такие фестивали должны побольше проходить в наших городах. А что больше всего нравится? Танцы, картины, музыка? Или ты ждешь группу «Кузьмина»? Мне больше всего нравится, что здесь очень много знакомых. Я пришел практически один, тут с половиной знакомых, всеми соседями встретился.